Самый популярный тест – профориентатор для старшеклассников. Однако определить свои сильные и слабые качества могут и взрослые. Для них созданы специальные программы «Профкарьера» и «Профконсультант». Все это разработки Центра тестирования и развития гуманитарной технологии, представительство которого открылось в севастопольском филиале Московского государственного университета имени Михаила Васильевича Ломоносова в марте 2018 года. Мы применяем в своей работе 5 программ: профнавигатор, профмастер, профориентатор, профкарьера и профконсультант. Это для различных возрастов. Например, профнавигатор – это 4-7 классы мы тестируем. Профмастер – для тех ребят, которые решили уйти после 8-го, после 9-го класса в училище или колледж. Центр профориентации филиала МГУ в Севастополе взаимодействует с 10 школами города, где установили такие программы. Теперь партнерство заключили и с Центральной городской библиотекой. В планах сотрудничество с городским центром занятости. За месяц тест прошли 252 человека, в основном школьники. Не все эти специальности, на которые толкают молодых людей их родители или друзья, или советчики, они соответствуют личностным качествам того или иного ребенка. И вот здесь, с учетом личностных качеств, талантов, особенностей, благодаря хорошо разработанной программе, мы надеемся, что нашим молодым людям удастся найти свое место в жизни. Тестирование займет около часа. Результат выдают сразу. Мы распечатываем, даем им 8-страничный отчет. И после этого мы проводим консультацию, то есть мы интерпретируем результаты. Если нужна дополнительная консультация, мы ее проводим также. Есть у нас психологи сертифицированные, которые в филиале работают, они всегда помогут. «Хочу, могу и надо». По словам Евгения Васькина, тест помогает определить интересы, возможности и способности. Я готова к результатам теста, но, на мой взгляд, журналистика – это именно то, чем я хочу заниматься, и поэтому, независимо от результата теста, я буду идти к своей цели. Я хочу пройти этот тест профориентации для того, чтобы раскрыть какие-то скрытые в себе качества, чтобы побольше узнать себя. Пройти бесплатное профориентационное тестирование в читальном зале Центральной городской библиотеки можно по пятницам, по предварительной записи. Екатерина Коломеец, Анатолий Паньков, Севинформбюро.